Разгневанные протестующие в Португалии потребовали отставки премьер-министра Педро Пасуша Коэльо после того, как в стране был принят бюджет на 2013 год. Возле здания парламента в столице собралось около 2000 протестующих. В понедельник португальское правительство объявило о значительном повышении налогов и сокращении расходов, заложенных в бюджет 2013 года. Результатом этого может стать третий год рецессии и трудностей на фоне жестких рамок, установленных кредиторами в обмен на пакет помощи в 78 миллиардов евро. Меры жесткой экономии могут ежегодно стоить простым португальцам суммы, равной 2 или 3 месячным зарплатам. Оппозиция уже назвала повышение налогов финансовой атомной бомбой, поскольку оно помешает росту экономики и созданию рабочих мест. Однако министр финансов Витор Гаспар говорит, что в случае, если страна сойдет с пути экономии, это будет иметь для нее катастрофические последствия. По мнению некоторых экономистов, меры, включающие сокращение пенсий, а также налоги на финансовые операции и на собственность, могут подтолкнуть Португалию к новому витку рецессии, по примеру Греции.